Всем привет из солнечного жизнь Кавказа. Мы находимся в Карачаево-Черкесии. Это горнолыжный курорт Домбай. Сегодня четверг, 16 декабря. Отправляемся затестить местные склоны. Для кого-то сезон уже начался, а для меня практически первая катка. Посмотрим. В отеле сказали, что много камней. Ну, вот уже видно какие-то камешки, да. Ой, вот они камешки. Оп-оп. Ну, уйдем от камешков наверх. Так. Что здесь у нас? Ай, красота. А, здесь посерьезнее камешки? Не. Давайте обратно вниз, не будем искушать судьбу. Так. Оп. Нормал. Катать можно. Не знаю, что будет ниже. Ниже, наверное, хуже будет. Но пока все нравится. Почему я вспоминаю о том, что шлем не закрыл, когда уже на горе, когда уже качу всегда, а? Ай. Ладно. Немного сбавим обороты, потому что первая катка, она всегда опасна тем, что ты на эмоциях можешь исполнить по максимуму. Не, можно катать даже по такой лысой горе. Катать лысого, не гонять лысого, а гонять по лысой горе. Опа, блин, если кто-то досмотрит до конца, напишите обязательно, потому что мне все время хочется монтировать как-то подольше кадр, чтобы был. А для того, чтобы держать внимание зрителя, все время краишь, там по 3 секунды делаешь всего. Вот. Все время кажется, что зритель заскучает. Вот. Ну, посмотрим. О, тут мне точно не заскучать, вон что-то коричневое пошло. Коричневое, значит, камни и песок рядом. Нормал. Ладно, на ходах пройдем этот участочек. Ай, нормально, можно исполнять. Hi guys. Yeah. Не, через несколько дней здесь выпадет снег, 1,5 метра свежего, пухлого, будет просто катка мечты, но и сейчас тоже вполне для первой катки очень даже хорошо. Вау, посмотрите, какие-то кресла тут слетели, что ли. Надеюсь, это не катастрофа была. Не знаю. Надеюсь, что нет. Продолжаем. Да, ветерок такой приличный пошел. И на ходах, пока нет камней, можно раздуплиться немножко. Блин, обожаю, конечно, сноуборд. Даже когда такие камни есть. Но вот словить камень на такой, ну даже на небольшой скорости может иногда быть чревато. А так они очень скользят, портят каждая царапина на скользяке, на доске. Это минус к скорости. Ну и вообще доска убивается потихонечку. Ее потом придется совсем заменять. Вот как сейчас вот опять коричневое что-то пошло нехорошее. Зачем? А сверну! Сверну с нехорошо. Так, что тут у нас? Ага. Ой, тут опять какие-то камни. А! Вроде проскочил. Из огня да в полымя. Впереди какая-то жесть, трава жесть. Ай. Ладно, проскочим. Проскочим траву тоже. Вау, летающая тарелка. Эта тарелка была подарена финским президентом в каком-то там году, я о ней рассказывал в ролике про Домбай. Нас она сейчас не интересует. Мы доедем до самого низа, как будто мы в город заезжаем, в поселок какой-то. Хорошо, что в этом поселке не посыпают песком улицы и не убирают снег. Блин, вот было бы так везде вот так откататься. Было бы вообще по красоте, по городу так. Ух, какой камень, а. Каменюка. Чем ниже, тем, конечно, больше будет камней. Тут уже солнце поработало за день на славу. Да. Каждый такой камешек на скользяке, конечно, как по сердцу режет. Не хочется, блин, доску ремонтировать или вообще потерять. Особенно в таких участках. Ёлки, как будто, знаете, в «Звездных войнах» летучий корабль,
Это в звездных войнах. В звездных войнах. Блять, сука, звездные войны. Там через астероиды они летели и точно так же маневрировал Хан Соло или кто там был. Вау, тут какие-то граффити вообще. Опа, асфальт. Внезапно. Пока все хорошо, пока все хорошо. Как с небоскреба падает мужик. 70-й этаж пролетает, пока все хорошо. 50-й этаж пролетает, пока все хорошо. Блять, вот все хорошо. О, не знаю, сколько минут это длилось, но если кто-то смотрел до конца, обязательно напишите, как-то дайте знать, чтобы потом снимать такие видосы без кат-кат. Электровалс. Электровалс. Я не знаю. Да, да. Я сейчас запомню.